Анализ аварийности на территории Смоленской области за истекший период 2018 года показывает, что основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают либо получают ранения люди, является несоответствие скорости движения транспортных средств правилам дорожного движения. Поэтому в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие. В настоящее время, в период с 16 по 22 на территории Смоленской области проводится операция «Скорость», целями и задачами которой является недопущение скоростного режима и совершение дорожно-транспортных происшествий. В использовании подразделений ГИБДД имеются два прибора, такие как «Бинар» и «Амата», использование которых предусматривается на автодорогах Десногорск-Якимовичи и автодорога Десногорск-САЭС. За несоблюдение скоростного режима штраф – это лишь малая цена, которую лихач может заплатить за легкомысленность на дороге. Очень часто за такие поступки водителям приходится расплачиваться не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких, а порой даже жизнью.